Здравствуйте, Иван. Сегодня вас награждают. Это, наверное, для вас обычное дело, но есть что-то особенное в сегодняшнем вечере? Ну, конечно, во-первых, это вообще, в принципе, был сюрприз. Я не знал, что меня будут награждать. Мне это так недавно сказали. А почему вы свою компанию назвали именно «Инферно»? А вот чтобы все вот этот вопрос задавали, и он оставался на устах. Это очень популярно. Но у нас «Инферно» не от итальянского слова «преисподний» или «ад». «Инферно» — это пламя огня, сами язычки. То есть это как самое яркое, то, что есть в огне. Вот это поэтому «Инферно». А вы знаете, за что вас сегодня награждают? Ну, за хорошее поведение, видимо. А у вас есть какие-нибудь медали? Если да, то расскажите, за что они. У меня есть, да, 7 государственных наград, медали. Это и за культуру, и за, ну, это военные медали, награды, потому что там я очень, ну, хоть и не военный, но очень много связываю свою жизнь и, как говорится, свою судьбу с патриотикой. Я большой патриот своей страны, очень люблю родину. И вот, и благодаря этому, то есть у меня есть фильмы, которые восхваляют патриотику, восхваляют вооруженные силы Российской Федерации. Вот. И меня поэтому награждают военные организации за то, что за личный вклад в своего личный вклад в оборону, как бы, способность нашей Родины. То есть за патриотизм, за воспитание молодежи и что-то такое. Как добиться взаимопонимания и получать награды, как вы? Только пройдя, мне кажется, самостоятельно этот путь, верить, быть упорным. Ну, у меня, знаете, выходных нет, вот честно скажу. Вот у меня последний выходной был, наверное, в марте месяце. Это когда началась пандемия, когда еще пытались понять, как это делать. Работать, работать, усердно работать, верить в то, что делать, доверять людей, собирать. То есть, ну, многие говорят, что мир невозможно изменить. Согласен, мир не изменишь. Но если ты создашь вокруг себя идеальных людей и будешь создавать вокруг себя идеальный мир, то это считаю, что залог успеха. Продюсер года. Лауреатом премии становится генеральный директор кинокомпании «Продюсерский центр» Ивана Архипова. «Инферно» и «Да, продакшн» Иван Архипов.